Тверской области снова пройдет большой гастрономический праздник «Селигерский рыбник». Фестиваль речной кулинарии состоится уже в 7-й раз, и место проведения традиционно Осташковский городской округ. В этом году гастрономический праздник пройдет 29 июля на набережной столицы муниципалитета. Гостей мероприятия ждут мастер-класс именитых шеф-поваров, пироги, приготовленные по старинным рецептам, рыбный базар, ярмарка, выступления народных коллективов Верхневолжья. Все желающие смогут поиграть в традиционную местную игру «Селигерские рюхи». Помимо программы фестиваля, гости города также смогут посетить музей рыбы и не только, музей забытых вещей, местный краеведческий музей, картинную галерею, также художественный салон.